Привет! В сегодняшнем видео покажу вам еще один фаленопсис, который растет у меня тоже с прошлого года. Очень быстро развивается и отлично. Куплен был у Швертер. Вот такой LDS Bear Queen. Цвенг, если я правильно говорю, 20 на точно такой же, только номер 200. Цветы на фото очень красивые, конечно же, желтенькие. Посмотрим, когда расцветет, что он нам покажет. Адаптировался он не сразу, но за зиму нарастил очень хороший листик. Я сейчас вам его покажу. Такой не маленький, я бы сказала. На него всегда падает солнечный свет, даже в дневное время, то есть даже в полдень. И, как вы видите, ничего с ним не произошло. Вот с таким предыдущим он ко мне приехал. Ну и средний, вот этот маленький посередине, уже вырос, можно сказать, что зимой. Или подрастает. Это у нас новый цветонос. Очень надеюсь на то, что он будет дальше развиваться и покажет, как он выглядит, как он цветет. Корневая у него сейчас хорошая. Не могу сказать, что сильно отличная, но уже достает до дна, а это главное. Значит, питание получают корни, получают и растения. Посажен, вы видите, в смешанный субстрат, мох, кора по большей части, правда, и немножко пенопласта. Совсем немножко даже керамзит я положила. Это как будто тоже такая экспериментальная посадка. Сверху немного уложила мха живого, совсем чуть-чуть, буквально по краю. И поливаю всегда только в одну сторону, позади него, специально вот туда, где, чтобы не попадало, в общем, ни в листья, ни на цветок, ни на цветонос. Потому как был опыт, когда загнивают тут же, если попадают к ним. Вот с этим старым цветоносом он ко мне приехал, этот фаленопсис. Цветочек пока не видно, чтобы его разбудил. Но за время, пока он у меня, вот за зиму, он нарастил уже новый цветонос. Посмотрим. Возможно, они одновременно будут расти, ну и зацветут. Есть расстояние в кашпо. Неплотно стоит этот горшочек, в котором он посажен. Посажен в обычный 14-сантиметровый горшочек от Швертер с отверстиями. Ну и ждем теперь, когда же наконец-то он покажет свои красивые цветы. Поливается также замачиванием раз в неделю, ну и удобрение через полив. Вот такое небольшое видео. Всем спасибо, пишите комментарии. Берегите себя. Пока-пока.